Могилевские больницы постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Да, COVID-19 не исчез в нашем регионе, но количество заболевших с каждым днем становится все меньше. Родильный дом Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи также снимает многие ограничения по коронавирусу. Здесь каждый день помогают случиться настоящему чуду, независимо от эпидситуации и плановой загрузки. В жизни молодой пары из Могилева наступает самый важный момент. Буквально через несколько часов на свет появится их первенец. Глава семейства решил поддержать супругу и присутствовать на родах. Само его присутствие мне помогает более спокойной быть и уверенной. И если какие-то вопросы есть, то я ему говорю, он ходит, кого-то зовет, что-то там решает, а я полностью вся в родах, если так можно сказать. Ждем мальчика. И придумали имя. Но не знаю. Но я думаю, оно популярно будет сейчас. Назовем его Лев. Лев. Лев Дмитриевич. Партнерские роды в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи становятся все популярней. Будущие мамы могут сами выбирать, с кем из близких им будет комфортней в такой волнительный период. Во время пандемии услугу поставили на паузу, ведь роддому приходилось принимать всех беременных Могилева и даже области, если они не были больны коронавирусом. Сейчас отделение возвращается к привычному укладу. Единственное, мы за собой сохранили большую часть населения. Это связано с населением Могилевской области, районы мы оставили за собой. Поэтому мы приходим к нормальному режиму функционирования. Предыдущие два года, с весны 2020 года, мы работали в режиме аврала. То есть вся область шла на нас. И даже при такой загрузке персонал всегда уделял внимание каждой пациентке. У молодой мамочки из Горок уже третий ребенок. Есть с чем сравнивать. Здесь, послеродовые, конечно, и врачи, и педиатры, тоже отдельное спасибо им за внимательный подход к деткам, что они обращают внимание на самые вот эти мелочи. Условия здесь вообще, конечно, шикарные. Мне очень нравится эта больница. Городской роддом открыли после капитальной реконструкции в ноябре 2019 года. Палаты по 5 человек остались в прошлом. Теперь здесь с комфортом размещается одна, максимум две пациентки. Новая современная операционная и реанимация, медицинское оборудование высочайшего уровня, условия для мам и новорожденных соответствуют мировым стандартам. Помогает могилевчанкам и современное обезболивание родов, например, гидротерапия. Включаем воду. Активизируются волшебные пузырьки, помогает женщине расслабиться в первом периоде родов, менее болезненно переносить схватки. Активно используются, все довольны. А вот, пожалуй, главные хозяева роддома. Малыши, которые родились буквально пару часов назад. Три девочки и один мальчик. Сразу в родзале их прикладывают маме к груди, затем за младенцами 2-3 часа присматривают специалисты, а после отдают мамам. До самой выписки они будут на совместном пребывании. После капитального ремонта нашего роддома больница закупила в достаточном количестве вот такие вот маленькие аппаратики белорусского производства. Называются они «Рамона-К1». Система подогрева кроваток в том месте, где находится новорожденный. Как видите, сон на таких матрасиках действительно как у младенца. А это значит, юные могилевчане будут с аппетитом кушать, набирать вес и через 3-4 дня отправиться со своими мамами домой. А их родители будут с удовольствием возвращаться в роддом за братиками и сестричками.